Всем-всем-всем доброго времени суток. Перед вами макетные платы, которые имеются у меня в арсенале. У меня двух видов. Первый — это маленькая на 170 точек или разъемов. Данные макетные платы разделены на две части. И разъемы соединены построчно, по 5 штук каждой строчки. И вторая, самая популярная, это макетная плата на 830 разъемов. Она разделена тоже на две половинки. Разъемы соединены по 5 штук в каждой строчке. А также имеются по бокам минусовые и плюсовые шины. Данные шины разделены еще посередине разделены. И то, что позволяет использовать сразу 3,5, 5, 9 и 12 вольт. И у меня назрел такой вопрос. Сколько же светодиодов? Вот так выглядит у нас светодиод. Можно уместить макетные платы на 170 точек, при этом используя резисторы и соединительные провода. А также в последующем видео, наверное, у меня будет видео, где я сам попробую соединить, сколько уместится у меня. Понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч. Не забываем нажать на колокольчик.